ходю? Where am I? Что ты такое говоришь? Я вообще не понимаю. А, round the water, please. Маша, что ты делаешь? Я английским занимаюсь. Давай со мной рисовать. Смотри, какие у меня раскраски. Смотри, я же пушина нарисовала. У меня еще одна есть. Смотри, пойдем рисовать. Ань, ты же видишь, что мне некогда. Я вообще-то английским занимаюсь. Ты еще долго? Давай вместе в лоу поиграем. Я еще долго. Я не могу. Мне еще домашку нужно доделать. Зачем ты столько много английского учишь? Потому что я хочу знать английский в совершенстве. Кстати, если вы хотите получить 2 бесплатных урока на занятия английским языком в онлайн-школе Skyeng, то вот мой промокод, вбивайте и получите подарок от меня. Мне сейчас еще домашку делать, вообще мне некогда с тобой играть. Зачем его этот английский учить? Я же не учу, я уже 6 языков знаю. Сколько 6 языков? Ну и какие? Русский, литовский, корейский, казахский, турецкий и даже доминиканский. Доминиканский? Вообще такого даже нет языка, они там по-испански говорят. Ну знаете, что я знаю еще испанский язык? 8 языков получается. Ну и скажи что-нибудь по-испански. Хотя бы одно слово. Гутен так. Ха, гутен так, это вообще по-немецки. Ну значит, что я сейчас немецкий тоже знаю. Уже 8 получается языков. Аня, короче, не отвлекай меня, мне нужно домашку делать. Мне нужно домашку сделать про путешествие. Какое же у меня было самое незабываемое? Ничего в голову не идет. Какое мое самое незабываемое путешествие? А, сейчас что-то я принесу. Сейчас посмотрим, где я была. Так, в Доминикане, тут говорят на испанском, в Анталии, тут говорят по-турецки, потом в Париже там говорят на французском, в Марбелле, очень круто было. Это Малайзия, башни такие высокие, очень красивые. Так, буду писать про Францию. Хою. Where am I? Что ты такое говоришь? Я вообще не понимаю. Please, could you say who are you? My name is Аня. My name is Маша. Теперь я знаю еще по-английски. А, round the water, please. Это все, что я знаю по-английски. I'm sorry, I don't understand you. Девочки! Идите кушать. Вот. Маша, пойдем кушать. Give me bread, please. Бред? Какой бред? Мама... Она говорит, что я несу бред. Да нет, бред по-английски – это хлеб.
Understand, it's анекдот. Сама ты анекдот. Это не анекдот, а все по-настоящему. Аня, анекдот с английского переводится. История из жизни. Мама, я теперь не могу поговорить с Машей, потому что она не понимает. Ну и что мне теперь делать? Она теперь на английском разговаривает. Маш, неужели ты забыла русские слова? Балалайка, матрешка. Ты вообще знаешь, что это такое? Вот смотри, матрешка. Матрешка? Самовар. Блины русские. Вот балалайка. Балалайка? Мама, кажется, что у нее память вообще отшибла. Может, ей по голове чем-то стукнуть, чтобы у нее память вернулась? Или мне, может быть, ее напугать? Мама, а какие продукты улучшают память? Ты не знаешь? Ну, орехи, рыба. Орехи, рыба? Это вкусно, кушай. Very nice. Вкусно? Вкусно? I don't know what do you say. Ах, не помогает. Ничего не помогает. Маша, догонялки поиграем? What? Догонялки. Окей. Черт побери, что ты несешься, как сумасшедшая? Я еще встать не успела, ты уже несешься, как бешеная. Ура, заговорила, ура! Курецкий! Все! Что я знаю еще по-английски? One bottle! One water! Please! One water, please! Маша! Я не могу! Балалайка! Ты в кадре! Вот смотри, матрешка, балалайка, блины. Ну как будто ты ей показываешь, нам будет видно. Еще блины. Раз. Еще разок. Блины. Мама, у нее, по-моему, память ошиблась. Отшибла. Матрешка, балалайка. Может, ей чем-то лицо стук? Нет, по голове. Нет, что я сегодня вообще не могу? Раз, два. Ничего не помогло. Нет, не надо смеяться. Ничего не помогло. Ничего. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Ничего не помогает. I've been flying off the ceiling, taken by this feeling, baby, we're invincible.